Привет, Витёк здесь, и я сегодня снова Soul Knight решил заскочить. Ага. Ребята просто душили очень сильно, говорят, ну Витёк, ну давай, ну еще карточка, пожалуйста, ну иди купи там, надавали мне каких-то кодов, я там наводил, мне 13 тысяч самоцветов дали, говорит, купи того, купи сего, ну я же меня остановился на алхимике, говорят, он имба, прокачал его вроде как на максимум даже, ну, поехали посмотрим хоть кто такой. Ауч! Ауч! Сдох. А чего я сдох, скажите, пожалуйста? Какое-то кровотечение на меня повесили или что? Яд? Так я же защищен от яда. А, я защищен от своего яда, от их яда не защищен. А, я-то думал, я от любого яда защищен. Для меня все яды одинаково полезны. Скажем честно, я даже не в курсе не был. Ребят, надо подробнее как-то в следующий раз говорить об этом. А то яд, и все, и... Так, ладно. Что тут, мини-УЗИ? Чуйник. Поехали. А, эта УЗИшка, смотри, она бьет за ноль. Зато слабенько, да? Зато можно веселиться. Она косая, как я не знаю, что фигарит. Уау, мамочки. Заходишь такой, привет, пацаны. Фигаришь, просто вообще никого не видишь. Критует, что там еще даже в кого-то. Нормально, можно в упор даже подойти, расфигарить кого-то. Забавная пушка. О, здрасте. А что вы здесь делаете? Ауч, в упор жахнул меня кто-то. Так, мне бы какой-нибудь пистолет-пулеметчик нормальный. Потому что вот эта пушка, конечно, полный трэш. Что-то травит, не травит. Травит или не травит, кто его знает. Так, там какое-то лицо в этой, как его, в каталажке. Разрушить клетку, давай. О, сова. Нравится блюдо-монстр? Будешь со мной ходить. Раз блюдо-монстр. Да-да-да-да-да-да-да-да. А чё, я даже... А, нет, ящики рушатся. Ха-ха. В ящиках, по-моему, очень редко бывает что-то полезное. Направо! Сова, помогай! Сова, дай мне сил. Чё за ручей? Колодец желаний. Бросить монету. А чё он умеет давать-то? Ну, круто, я туда один с монет кинул, ничего не произошло. Такое ощущение, что меня просто развили, если честно. Зеленый пук. О, сова взяла зеленый пук. Окей, пусть будет так. Нас здесь ждали. Стреляй из пука из своего. Что-то как-то мимо. Сейчас сова со всеми разберется, я чувствую. На. Бабах, что-то взорвалось. Но пока вообще ничего интересного не происходит. Мне даже нечего кинуть в этот. Оу. Иммунитет к токсичным газам, замедлению, увеличению урона от яда врагам. Вау, для меня, мне кажется, это вообще имба. Появление ударных ворон, если щит разрушен, получение энергии при убийстве врага. Мне кажется, вот это прям вообще топ, не? Чем мне ударные волны это при разрушении щита? Первый это вообще топчик. Во-первых, урон от яда врагам. А я ядом кидаюсь постоянно. Во-вторых, сам защищен от яда. А, как говорится, после первой игры я понял, что в чужом яде нельзя стоять. Никто не сказал же об этом. Я в чужом яде умер. Проверяем. О, смотри, теперь по три бьет. Ой. Ну это прикольно на самом деле. Реально, яд намного сильнее стал бить в полтора раза. Плюс 50% повреждений, это очень сильно. Потому что это, можно сказать, мое основное оружие.
Надо прокачивать еще этот яд. Прикольно. Снова. Вау, работает, смотри. М14. Но всяко лучше, чем вот эта пукалка, которая у меня. Может, еще что-нибудь кинем? Да, погодите. Я сейчас тебя пойду просто тупо выкину вот сюда. Вот в эту вот, в жертвоволку. А где жертвоволка-то? А жертвоволку еще не дали. Rage quit! Просто загнать всех резерваций вот в эти вот. В ядовитые. Изгнобить их там. На тебе в упор из пукалки. И тебе, кабан, и тебе. Всем кабанам в упор из пукалки. И УЗИ, наверное, надо сдать. Нафиг все равно не рабочая фигня. Все. Я разозлился, просто их уничтожил. Витя Лакер. А что такого? Колодцы никогда не везло, а кто-то пишет. А, то есть тут вероятность прям 1 к 1 000 000, видимо, да? Ну да, видимо, мне реально повезло. Потому что я что-то кидаю, кидаю туда деньги, они пропадают и все. А здесь у нас что? Здесь у нас просто комната. Я даже туда не пойду. Какой смысл туда ходить? Бессмыслица какая-то. Бессмысленно. Давай берем золотой. Ну чело. С Новым годом! О, а я знаю, что там может быть. Что-то полезное? Ледокол! Бластер какой-то пробивной. Проверим, как он работает. Кто стреляешь? Вау! Вау! Слушай, неплохая снайперка, я так понимаю, да? Очень даже неплохо. Ну, по крайней мере, пока. А, она еще и замораживает иногда, судя по всему. Вау, нас ждут. Она еще и на пробой бьет, да? Ой, чуть кабан с ирокезом каким-то. Так, стоп, а я пушку-то не проверил. Ой, тоже неплохо бьет. Ну, в общем, мы неплохие пушки. Но я прокачался по сравнению с тем, что у меня было на старте. Прям очень даже неплохо прокачался. Даже не знаю, что лучше оставить. Либо обе штуки оставить. У ледокола по области урон. А, ударные волны решают игру, кто-то кричит. Да ладно. Че, вот прям так? Маны жрет много? Ну, я бы не сказал, что много, но на повреждения хорошие дает, ты че? Вот это много маны жрет, да. Ледокол поприятнее. Ледокол медленнее работает, конечно, но поприятнее именно по мане. Что там критует, смотри, сажает всех в этот ваколы в ледяные. Неплохо выглядит, по крайней мере, для меня. Посмотрим. Обрез. Просто тупо обрез. По-хорошему надо бы слить в ящик. Давай пока возьмем, потом за М14, наверное, вернемся. Тыньк. Ледокол в руки. Меня кабан ждал, да? Перезарядка довольно долгая, конечно. Что-то... А где жертвоволка-то? Жертвоволки-то и нету. Прикиньте, мне забыли на уровень жертвоволку оружие завести. А что такое? А, это бронька танец дракона. Ом. И что делать? Получается, я не смогу пожертвовать обрез. Жертвоволки тупо нету. Косяк, пацаны, да? Ну давай берем этого дракона. Так-то он веселый. Я веселый дракон. Ом-ном-ном. Ну я, конечно, быстро солью эту штукенцию. Так.
Повышение шанса получить зелье из разбитых ящиков. Оружие ближнего боя может отразить пули. Максимальная энергия плюс 100. Блин, ничего мне толком не нужно из этого. Что взять-то? Первую? Дракон имба? Ага, понял. Драконы и второе оружие? Где? А, его переключить можно, да? Воу! Нифига себе! Воу, 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 пацаны, круто! Хрена себе там повреждения. Банч! А где враги-то все? А, вон куст! Фига лупит, вообще жесть! Ворубилова! Пойдем посмотрим, что за пушки. Небесный меч. Как по мне, селедка какая-то. Почему это небесный меч? Оставь дракона на босса. Ну, пока меня не пробивают. Ну, по-хорошему, я и так сам могу распинать всех. Согласен с тобой. А как выйти-то? А, погоди, а какой у меня уровень-то сейчас? Я где? А, 1.4, все, нашел. О, это статуя ассасина. Ну, за неимением, как говорится, ничего другого. Что там, по-моему... Что она ускоряет, по-моему, или что? Я забыл просто после использования, что надо делать. На. Ножи выпускает? А, ножи кидает. Все, так, пойдем дракона забираем. Садимся в дракончик, поехали на следующий этаж. Ну, базукин у него прикольный, на босса, говорит, оставь, да? Ну, давай попробуем. Ну, все равно на боссе прикольно то, что он будет сначала дракона пробивать, босс потом меня будет пробивать. Купи пушку в автомате. Плачет девушка в автомате. Опа, рыбу нашел, ребят, снова. Ну, мне кажется, кстати, рыба-то поприкольнее, чем вот это вот ПП, которое у меня второе. М14. Вот так вот сделаем. Да? А ты не хочешь взять этот автомат? Нет, он не берет его. Лады. Да, ножи кидает еще. Прикольно, теперь и ножи, и не ножи. Просто разношу тут все. А успею ли я надонатить, как говорится? Вот в чем вопрос. Наверное, не успею. Хотя, если я буду много из этого аппарата интересностей доставать, это нужно много денег. Но, может быть, здесь будет ящик с двумя... Величайшая честь, говорит, оказана. О, да. Сколько следующее будет стоить? А, один раз закупается? А, я думал, много раз купить можно, он только один раз работает. Ладно. Ладно. Ух, какой удар. Так, у нас тут новая клетка. Разрушить. Кабан! Ну, у меня покруче, конечно, броня есть. Чем кабан. А кабана можно же в жертву сдать? Газовый бластер. Кто такой? Вау! Фигарит прикольно, конечно. Что тут у него? 6-8 разброс, да? 8 разброс, 6 скорость стрельбы. Угу. А атака у него какая? 3. А у рыбы сколько? 3, 1, 25.
3-1-25. Ну, рыба прикольнее, мне кажется. Нет, этот чаще стреляет, и у него разброс поменьше. Ну, он газовый, кстати, он травить будет, наверное, да? А у меня повреждения от яда увеличены. Поэтому... Мне кажется, это интересный вариант для меня лично. Потому что у меня газ прокачан. Надо попробовать, затестить надо. Пойдем вот здесь затестим. Нет, он не травит. У него просто ядовитые повреждения и ничего, как говорится... Ну, не знаю. Нет, он никого не травил. Повреждения именно те, которые показаны были. Непоседа, кто это такой? Дать ему денег. Дать непоседе денег. Бластер яд не накладывает, я только что проверил. Нужен крит? А, нужен крит. Он иногда травит, все, понял. Нет, не торгуй с ним, кричат. А на что он торгует-то? Оружие даст. У меня фейерверки сперли. Так, сейчас думаю, погоди. Пойдем поскидываем все. Не знаю, бот взял фейерверки. Значит, это хорошая штука. У меня же тут была же, как его, сдавалка. Сдавалка, сдавалка. Ну что, мы оставляем, значит, тот пулемет себе, этот сдаем. Да сейчас я возьму дракона, пойду на босса, не переживай. Да, я, может быть, в фиолетовый портал хочу заскочить, попробовать. О, все, господин меня зовет уже. Все, отлично, берем дракона, поехали. Только нужно не забыть, а пушку еще забрать, да, свою. Так, меня ждет господин. Он назвал меня женой лучшей, новой. Как там это было-то, господи? Любимый. Выйти, пожалуйста. Забрать газовый бластер. Тра-та-та-та-та-та-та-та буду делать. Какой у меня шанс крита, кстати, по умолчанию, кто знает. Тебе везет на оружие, кричат. В смысле? Я просто крутой. Ну что, погнали. Я спецэффекты даю. Гоблин священник. Гопник священник, можно так сказать. Бам, 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 бам. Куда ты чаржишься в меня? Воу-воу-воу-воу-воу, гоблин священник, хорош. Чуть не убил меня. О, он сову мою похоронил. Ракетная пушка. Вот это, наверное, круто. Она фиолетовая, смотри. 15 повреждений за 5. Скорость 0, это что значит? Один раз стрельнул, все, забыл. Разброс 5. Бери, говорит, прикольная. Ну, я догадался, что она крутая. Наверное, вместо... Ледокола? Бабанч! Оставляем, да? Ледокол возьми, говорит. А, вместо бластера, значит. А, ноль это криты, не критует. Маны много, урона мало. Ну, 15 урона, так-то смотри. 15 урона газовый бластер за те же 5 сделает. Тогда смысл ракеты, да, действительно. Но ракета, наверное, по зоне бьет. А если посмотреть ледокол... 8 за 3. Ну, приблизительно одинаковые показатели так-то. В чате все нубы, нубей тебя. Крит 40 у него. А, так это 6, это крит, да? У газового бластера. А у ракетницы? А у ракетницы 0. Значит, ракетницу не берем, ну и нафиг. Будем критовать ледоколом.
пиу-пиу, пиу-пиу-пиу, пиу-пиу. И газовым бластером. Ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба. Так, теперь вопрос, внимание, в какой портал идти? GoFuel портал, у меня есть защита. Так, что это такое? За убийство врага можно получить дополнительную жизнь. Энергия при убийстве, уменьшение скорости пуль врага, увеличение радиуса сбора монет. Что берем? Первую? Не страдай, говорит, иди фил. Первое то. Ладно, берем вампиризм. Фух, так, Витёк прибыл. Салют, как говорится. Заряжай. Ну чё, вот фиолетовая пушка не... А, ну фиолетовая пушка, во-первых, медленнее стреляет, чем вот это. Да? Это раз. А, так, где я? Нам налево. О, зелье восстановления. Нунчаки. Нунчаки — это ближний бой. А зелье восстановления, оно восстановит здоровье моей кукле вот этой вот? Или оно только мне восстанавливает? Короче, ты слился, пишут. Да ладно, ну что ты, я не ищу легких путей. О, за нами приехали. Ну хорошо, тут ваншоты прям идут. Ё-моё, как они фигарят-то. Иголочками своими. Ух ты, какой снайпер сраный, а? Хотел меня подбить, да? Тут они еще и самонаводящиеся тут, получается. О! Нет! Они хотят убить мое это тело. Берем. Кто здесь в клетке? Кабан! Давай пока тело... А, ну, в принципе, я уже все нашел, да? Тело нам хватит еще. Пойдем посмотрим, что здесь. А здесь у нас... Снова непоседа. Тоже пушки давать будет? Лопушка какая-то. С Новым годом, спасибо. А, то есть мне реально сильно везло, да, в прошлый раз? Ха-ха, все понятно. Меня просто развели на деньги здесь. А, так, кабана оставляем. Танец дракона берем. Ледокол, фигня. Нунчаки за ледокол. Да. Имба нунчаки. Ну что, надо нунчаки взять? Ну хотя бы пойдем попробуем тогда, да? Кто может салют дать? То есть ледокол сливаем, берем нунчаки. Это не непоседа, а цыган получается, согласен. А я, говорит, за хлопушку подключу. Воу-воу-воу-воу-воу. Ну, по лицу нахлопывать прикольно, наверное, да. Скорость атаки лютая просто. 4 атаки за 0,60 крита еще. Ну и что, прям нунчаки такой топ? Пули ломают? Они ломают пули, только если взять это, ломалку пуль. Для ближнего боя, разве нет? Или они отражают пули? Хорошо, и что мы возьмем? Газовый бластер? По мне так ледокол прикольный. А, они ломают, но с навыком отражают. Все, понял. А кто-то кричит, давай хлопушку. Что за такое хлопушка? Ладно, посмотрим, что такое хлопушка. Давай хлопушку глянем. Ни разу не пробовал. Ну, типа такой тройной залп из ракеты, базукин такой, да? Ну ладно. Ледокол имба для босса. Вот я вот тоже думаю, может быть, все-таки ледокол взять себе. Я с ним и сражаюсь очень даже прикольно, мне нравится. Не, я с ледоколом останусь. Не знаю, это газовый бластер, конечно, прикольный, но... У меня душа к ледоколу лежит. Тем более мы взяли нунчаки с вами, если будет мало энергии, я нунчаками всех та-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 
Конечно, сейчас некоторые скажут: Витя, ну Бас вообще набрал какого-то говна себе в руки и пытается этим пройти. Ну да, это мой стиль. Таков путь, как говорится. Ты кто? Здесь еда. Ой, так не хочется этого робота сливать, если честно. Там сейчас кабаны на меня в атаку пойдут. Ну их нафиг. Может, нунчаки сразу взять в руки такие. Заходим такие. На, лупи, Витя, всех. О, прикольно, Слося. Па-па-па-па-па. Реально пулю бьет. Вау, круто. Слушай, ну я теперь понял, почему вы сказали это имба. Ну реально можно прям ходить и отбивать все пули вокруг. И периодически бросаться, у меня же улучшенная фигня. А вражеский яд мне как бы нипочем. Крутая штука, эти нунчаки-то. Я с вами согласен. Нунчаки крутая тема. Учитывая, что они, получается, ничего не тратят еще. Ой, что это такое? Алибард. А, это алибарда, я такой. Понятно. Витя молодец, слушай свое сердце, а не чат. Ну вот, хоть кто-то меня поддерживает. Что, нунчаки, погнали. Ну, подходи ко мне. Я опасный. Чё-то из меня красное что-то пошло. Так, до меня все-таки достигли, да? Так, эти еды грибовые. Эти еды грибовитые. Эти грибы ядовитые. Еды грибовитые. Просто уничтожаю. Эти еды грибовитые, если что. Понятно вам? Бери, говорит, алебарду. Это еще круче, чем нунчаки, что ли? Возможно такое, чтобы еще круче что-то было? Чек не алебарду. Да ладно, я уже убежал. Но все равно круче нунчаков вряд ли что-то будет. Да, они нунчаки круты тем, что они часто машут. Понимаете, в чем прикол? Они часто машут, в этом их крутость. Так, робот у нас полностью восстановился, что есть приятно. Мы его, наверное, до босса будем тянуть, скорее всего. Просто уничтожил. Смотри, как он классно сажает в яд всех. Ой, в лед. В яд сажает. В яд это я сажаю бутылками. Плюс потом еще ножи летят, дамажат. И я... Ой, круто, конечно, получается. Так, красная это печь для переплавки. А мне нечего переплавлять. У меня пушек нет сейчас переплавлятельных. Красная, она же... Другую пушку делает, да? Синяя печь, она выплавляет. А, вы... О, кстати... Во, вот этот, нет, прототип, вот этот, по-моему, у меня был, прототип Рельсотрона. А что значит от минус 50 до 50 крит, это что значит? Лазерная рыба какая-то, смотри, оранжевая легендарная пушка. Че это такое? Бери, у меня денежки не хватает, еще одну денежку надо взять. Заряжаешь урон больше. Ну, я думаю, то, что у меня есть, у меня больше. Мне просто интересно, что такое лазерная рыба, если честно. Прям очень. Даблки. Ну что, лазерную рыбу? Бери рыбу, рыба топ. Да у вас что, что я не посмотрю, у вас все топ, ребят. Я как в чат загляну, так там все топ у вас. Рыба топ, нунчаки топ. Ну давай возьмем рыбу, посмотрим, что это такое. Лазерная рыба. А, и это все типа за ноль, да? Надо потестить. Выглядит прикольно. Такое ощущение, как будто, знаете, за хвост такой натянул. Рыба хорошо на нем. Ну, я думаю, это не мой вариант, честно. А, я ее не потещу, да? Блин, уровень-то кончился. Ну, я не могу. Я не могу ее брать, ребят, с собой. Пойдем переплавим рыбу.
Вдруг из нее что-то интересное переплавится. Конечно, рыба прикольная, стебная. Совершенно бесплатно какой-то лазер дает. Ну, ее крутость в том, что она бесплатная, понимаете? А бесплатно она не может быть очень крутой. Согласитесь, за ману в любом случае... Что-то должно быть рыба. Рыба топ, конечно, да, но я ее в печку кину, смотри. Твою налево, оно еще и за деньги-то делает. Капец, говна, кусок придется рыбу просто скинуть. А я нигде не могу тут денег нигде раздобыть, нет? Погоди, я же могу посмотреть в магазине телевизор. Ага, если бы он тут был еще. Блин. Ну я нунчаки не брошу, ребят, нунчаки крутые слишком. Они мне на боссе пригодятся наверняка. Потому что я жракан. Жалко, что я не смог потестить рыбу вообще. Нафигеть, эти нунчаки, они сбивают все. Рыба морозит. На дальних у меня есть пушка для дальников. Пофиг, ребят. Да ладно, все, поехали дальше. Не переживайте, что-нибудь найдем еще. Увеличение области атаки лазерного оружия. Блин. Это же для рыбы как раз. Пули могут отрикошетить. Увеличение запаса здоровья. Ой. Два или три. Мне, наверное, запас здоровья надо увеличивать. Я жракан. Пули у меня нету. Насколько увеличивать? Хотя бы на 3 дает-то. На 4? Неплохо. Смотри, какой жирный алхимик бежит. Толстенький, пухленький алхимик. Тихо, чуть не выбежал. Так, что берем? Лазер в руки и пошли. А почему они загораются еще иногда? Что такое, меня треванули? Котейка там нагибает еще. А, наверх. Давай наверх. Наверх, наверх, Витя, давай. О, мега сундук. Копье и рыба снова. Ну, это я все видел. И рыбу, и копье я видел в какой-то одной из первых серий. А здесь кабан. Ну, у нас есть получше кабана. Ведь кабан, по-моему, мне уже 3 раза выпал, да? Давай здесь. Раздупляем, пацанов. Смотри, как критует прикольный, сажает всех в лед. Прикольно же. Не подходи ко мне. Где там враги? На, залп под зад ему. На, яду. Глотни яду. Да круто же разбираем. Я вот сколько я же играл вот на этих уровнях, на фиолетовых. Я вам так скажу, у меня никогда так просто не было. Я сейчас чувствую, что я просто иду и просто всех уничтожаю. Не хватает только ускорения и перезарядки вот этой обилки своей. А! Льдыху поймал. На! Сиди во льдах, как говорится. А это у меня лазерное оружие или нет, считается, кстати. Вот эта вот штука. А можно как информацию посмотреть о пушке, которая у тебя в руках? Так, погоди, где мой аппарат? Тоже лазер, да? Так может мне надо было ширину лазера увеличивать, раз я иду с этим... Хотя нет, наверное, ХП это был хороший вариант. Для раканов ХП это самый топ. Ну что, 2-5, ребят. Кто-то пророчил мне слив на 2-5. Посмотрим. Так, что здесь у нас? Какие-то грибы, пацаны. Как обычно, ничего нового. Ауч. Ох ты. Много классных пацанов нас ждут тут. Траванечка. А?
Так, щупальце хана. Щупальце сдохло. Все, я готов. Что у нас в клетке? О, снова сова. Берем сову. Камон, сова. О, погоди, два восклицательных знака. Это что значит? Нас здесь ждут, да? Боссы какие-то, типа. Три монстра крутых. Где битва-то? Чего у меня там нету? Ауч! Аж был так поймать, прикольно. Я прям из-под воды стреляю. Какая-то лютая битва, да? Челлендж какой-то или что это? В этой комнате мне пророчили смерть или что? Ну, пока нормально живем. Сколько их здесь будет-то? О, завалил. О, ящиков сколько дали-то, а ты посмотри. Бесплатный пробный купон. Прикинь, тут можно пробные купоны выбивать прямо из этих комнат. Громовой молот войны. Боже мой, это что, типа Тор? Я могу стать Тором? Пук. Пук. Наверное, нужно, чтобы враги еще были вокруг. Ну, потому что я не думаю, что вот этот маленький пук — это все, что он умеет. Давай попробуем пукнуть где-нибудь в другом месте. Так, сова, идешь со мной? Сова скоро сдохнет, правда? Чуть за портал такой. Первый раз вижу, ребят, вообще не знаю, что это такое. Хватит Вите фигню подсказывать. Посох света, такой я видывал уже. Слушай, а ты не хочешь пушку взять себе? Возьми пушку. Не? Возьми посох. Ты же умеешь брать пушки, я знаю. Нет, это не по тебе? А чё он пушку не берет? Чё, мне надо встать на него? Так, ладно. Давайте тестить, что у нас за молот такой. Это я так пукнул? И это все? Ага. Не, извините, я лучше по старинке. Ледокол мне интереснее. У него радиус не очень большой. Во-первых, надо подходить куда-то. Ну то, что он, видите, убивает еще патроны вражеские, как я понимаю. Это плюс, наверное. Слушай, ну хорошо, что я еще ножи взял, а? Вот эти вот ножи, они очень сильно увеличивают дамаг с моей пушки. Так, ладно, молоток оставляем. Нафиг нам не нужен молоток. Возьмем нунчаки обратно. Что это за портал, скажите мне? Если ты прочтешь мои советы сверху, то шанс, что ты выживешь, очень мал. Но это как и Малайт Импрувит. Шанс резиста бесконечно мал. Пошли в портал зайдем. Я не знаю, что там меня ждет. Ой. Опять блюдо-монстр? А чё оно постоянно за мной бегает? Иди, я тебе там молот Тора приготовил. Будешь драться им? А если я буду... А где мой молот Тора, погоди? А, я его наверху бросил, да? А если я буду в роботе, что мне делать? Кстати, где мой робот? Где его оставил? Ну-ка. Кушай. Не утопай, кушай молот Тора. Странный какой-то совенок, который не берет пушки вообще. Витя едет на босса. Стоять. Здесь еще его нету. Мне кажется, с ледоколом будет не очень хорошо, да, на босса идти. А у меня других вариантов-то и нету. Хорош, вот это я хорошо туда вошел. Сколько кабанов переложил, а? Сову не трожь. Ауч. Не понял, вроде враг еще есть.
Так, ну все, босс. Ну, не знаю, что я буду там делать. Подойди ближе к сове, посмотри вниз экрана. Чего? Я вообще не понимаю, в чем ты. А, погоди, это не босс? Вроде должен быть босс, нет? Так, значит, тусклые иероглифы уменьшают, светлые иероглифы увеличивают, нужно стать размером как силуэт. Ой, ладно, поехали. Тентакли, сожрать вас. Повелитель вечной тьмы. Давай, вали, пацана. Господи, как он льет-то, говнюк. Чё-то как-то не заметил. Просто вынес. Он даже не успел ничего прокастить. Там невозможно было увернуться, он просто льет, они плотным шагом идут эти. Ну, для того я его и тащил сюда. Отличный посох, оранжевый какой-то, вообще лютейший посох, ребята. Что это такое? И что это? А где иероглифы? Не знаю, я просто уничтожил его. Я, видать, задамажил его сильно. Не бери фигня, он пули ломать будет, и все. А, и все. Блин. Придется опять с ледоколом идти в атаку. Но ледокол, кстати, тоже нормально попинал этого босса. Можно было бы, конечно, покруче попинать, но окей. Ну что, я теперь не обременен никакими... Мне какой-то иероглиф дали, смотрите, слева сверху, что это значит. Оружие ближнего боя может отразить пули. О, мои нунчаки смогут отражать пули. Больше самоцветов в конце каждой игры. Критический урон от пули может пробить броню врага. У меня пуль нету. Наверное, тут нунчаки надо брать, да? Ты неуязвимый будешь, в смысле, при отражении пуль? Ну да, я типа буду просто все отражать. Сейчас они просто разрушаются, так будут отражаться. Так, а вот эта зона, она нормальная уже или тоже усиленная? Я просто сюда никогда не доходил. Ух, господи, какая-то турель прокачанная. Она от яда страдает. Ух, что это было-то такое? Я что-то вошел и как-то сразу прозрел. Это нормально, это пришельцы? Фух, слава богу. Ой, импульс опять, зелье энергии. Окей, понятно, ничего нам не нужно пока здесь. Они лазером же стреляли эти пушки, да? То есть я не могу отражать. Ты кто такой? Герой какой-то. Давай, берем, что. Все равно мне делать нечего, кроме как брать героев новых. Локация для тебя? В смысле, Яракан? Так, подошел и сбил пацанов. Что дальше? Что, они вообще мне ничего сделать не могут. Я их просто убиваю. Просто захожу и убиваю. Проверяем еще разок. Ну-ка. Так, не, эти лазером все-таки бьют. А, лазеры реально мои становятся, смотри. Вау, круто. Ой, круто. Ой, просто зашибок, как круто. Они вообще ничего не могут сделать. Они вообще не могут меня пробить. Они стреляют в мою сторону, я отражаю все обратно. Господи, какая дичь. Какая дичь начинается. Погнали. Просто все патроны, которые в меня летят, становятся моими, еще их дамажат. Сохраняй энергию в большинстве видов оружия, что-то там. А, куда мне вниз надо идти, да? О, как они меня попали-то?
ну-ка давай стрельни меня. Ауч, бочка, надо отойти. Сейчас мы сзади зайдем, смотрим. На отравление тебе. А, ну что, все-таки, когда быстро стреляют, то типа пробивают, успевают пробить. Фига себе, я весь залп отразил. Блин, крутая куш. Ой, крутая штука. Правда, звук, конечно, такой навязчивый. Этот чик-чик-чик-чик-чик. Пистолет с пузырями фиолетовый. Кто такой? Что-то я такое видел вроде. Ой, какая радость. Неожиданный пузырь. Неожиданный пузыряк. Оружейник. О, а я что, я могу нунчаки усилить, да? За 70. Надо, наверное, нунчаки усилять. Энергия после атаки. Фу, елки-палки. Чё мне эта энергия после атаки? Я-то думал... Я-то думал что-то... Ну, там, наверное, что-то другое может быть, скорее всего. Это мне вот выпали нунчаки. Просто я их уничтожаю их же пулями. Так круто. Слишком имбово. Да, нунчаки плюс вот эта вот тема. Это очень круто. А еще нунчаками прикольно, можно разрушать ящики. Смотри, два зелья здоровья нашел, пока рушил. Не повезло, да? Наверное, что-то другое может быть. Я же говорю. Просто мне не повезло. Где враг-то? А, вот он. Иди сюда и забью тебя. Кто у нас тут живет? Разрушить клетку. Кабан опять. Ауч. Кабан нам не нать. Прикольно. Нунчаковый монстр. Возьми кабана. Да зачем он мне? А, при смене на кабане могу тоже нунчаками же махать. Ну, не знаю, я же еще ядом кидаюсь. Нафиг. Я сам как кабан, у меня 10 здоровья, реально же. Кабана и у меня 10 здоровья. О, нормально он меня мечом-то огрел все-таки. Я заледенел, да, слегка? Сейчас полечусь, погодите, ребят. Ауч! Ауч! Где мое здоровье в ящиках? Что-то тут я расслабился. Булки разжал, как говорится, и сразу, опа, напихали. А вот и... Что это такое? Еще какой-то молот, да? Взрывной молот воин. 58. Ничего такое, офигели, и цены-то ломовые делают. Зачем так дорого-то? Не-не-не-не-не. Тебя я знаю. Да у меня денег нету даже, ребят. Даже если я хотел взять, я бы ничего не взял бы. Так, эти опасны, они ближники, да? А чё в меня стреляют? Ну, траву кинул в них, и да и радуешься. Слушай, ну круто, конечно. Трава тоже вообще пробивает их. Так, а сюда-то мне, наверное, и не надо, да? Мужиков потроллить. И... Потренируемся еще. На кошках, как говорится. Уничтожено. Ладно, следующий этаж нас ждет. На спавне зелька была? Че, правда? Я забыл. Сейчас пойдем посмотрим. 3-3 уже, да, ребят? Чуть-чуть осталось. А ты про этот аппарат? Он зелье энергии дал, спасибо. На спавне зелька. Блин. Развод просто какой-то. Зачем я вот в чат смотрю и читаю это? Каждый раз погребаю потом в минус какой-то сильный. Следующий 3-4, согласен. Вот тут еще тоже зелье было. У меня денег нету. Зелье энергии, говорят. На, возьми. На, в обраточку. Слушай, реально прикольно, я могу уничтожать их своими же патронами. А есть ачивка, типа, уничтожить врага его же патроном?
Ой, там крышня какая-то гигантская. Ух, большая комната, их много. О, я полечился, кстати. Помните, я же брал тему, то, что убивая врагов, я могу полечиться. Если бы я знал, что она так редко работает, я бы ни за что не взял бы, честно. Потому что я уже столько врагов уничтожил с этой обилкой. И она только один раз прокнула, ребят. Зачем вы советовали ее взять? Она никчемная. Проще, я не знаю, найти зелье лечения проще найти. О, переварочка есть. Надо найти какую-нибудь пушечку. А, у меня денег нету. Конечно же, сейчас найдем перевар. Хотя она вроде дешевая должна быть. На, клешня, обратно лови. Ну, сильно не подходить к нему, и все. И накидывать ядом издалека. Все, победа наша называется. Обратно, да? Пиу-пиу-пиу-пиу. Сам сдох. Так, еще похилился. Все-таки потихонечку наработает. Окей, ладно. Что тут у нас? Добракус. О, снежная лиса. Ха-ха-ха-ле. Какая крутая, видимо, пушка. 8-3-40. Пишется 2-2-5. О, нифига себе! Хреначит! По 4 патрона сразу. Минус босс будет сразу за этой пушкой, да? То есть ты предлагаешь ее взять. Бери топ. Ледокол лучше, кричат. О, мне опять негде потестить. Ай, косяк какой, а. Бери, бери, ну больше. Про лесу я хз. Хлою. Что за Хлоя? Мощно, но дорого. 100% топ бери имба. Ну почти все говорят, что это крутая пушка. Ну ладно, давай возьмем. Если что, я буду потом кричать, что вот эти чуваки сказали, что это топ пушка, она не топ. У меня есть отмазка. А я не могу на боссе просто играть вот такой же тактикой, типа нунчаками кидайся и уничтожай. Он будет стрелять в меня просто и все, или что? Что будет делать босс? А, ну тут три разных босса мне говорили, да? Тут смотря какой босс попадется. Видимо. Ледокол фигня, говорят. Вау, лазерный меч, красный световой. Ну, денег нету, но вы держитесь, так что пофиг. Здесь кто живет? Кто здесь, кто здесь, кто здесь? Ага. Опять улучшение. За 97. Издеваешься, что ли? 97. Весики деньги так возьму. Босс лазером стреляет. Ну, в смысле, и вот эти тоже лазером стреляют, но я же могу отражать их патроны. Кстати, по мне хорошо задело. Надо спрятаться. НЛО самый сложный босс в игре, пишут. Так. Что делает босс? Рассказывайте, давайте, потихоньку начинайте. То есть с нунчаками там тема не пройдет, я правильно понимаю? Что это за портал такой выскочил? Давайте, пишите, пишите мне, что там про босса-то. Я же нубас полный, я же вообще нифига не знаю. Ну а траву, когда я кидаю, это тоже тема классная. О, прямо на мне появляется. О, клешня! Я ее уничтожил своим броском. Ах ты, гад. Выловил момент, да? Так, хилка выпала даже, но я уже захилился. Не путай лазер и длинные пули. А-а-а, лазер и длинные пули — это разные вещи, понял. НЛО спавнит 6 бессмертных прислужников, периодически хреначащих лазером. Ага. Периодически хреначащих лазером. То есть нужно уворачиваться тупо, да? А само НЛО что делает? Если будет Зулан, то тебе придется танцевать, как будто тебе предложили 3 миллиона, так как у него есть летающие дроны, которые во второй стадии очень душные.
НЛО душит просто. Не доверяй чату, тут такие же, как ты. Ну, ребят, первый раз буду видеть, что здесь происходит. Поехали. Парящее лазерное НЛО. Наяриваю по НЛО. Оу, господи! Это были лазеры или это... А, вот это вот лазеры, да? А вот это-то можно было отразить. Так. Ну, я, по крайней мере, теперь понял, что... Ну, вот эти вот длинные колобацки-то можно отразить, наверное, да? Все равно F. О, нормально, а что так я? А что, куда ты стреляешь-то, Витя? О! Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу, опасно! Нет, все-таки F. Ха-ха-ха, все-таки F. Ну, мог бы победить, конечно. Тут чисто моя ошибка всего этого всего была, да. Можно было победить довольно легко. Ну, я просто вначале ворвался, я даже не понимал, что происходит. Плюс непонятно, почему-то периодически пушка стреляла не туда, куда надо. Не в сторону босса. Видать, у нее какой-то радиус есть, получается. Комната довольно большая. Вот эти, конечно, 6 мужиков, которые стреляют лазерами, это, конечно, жесть. Так они нагнетают. Сама НЛОх еще прилетает, душит. Ну, можно было и поворачиваться, я просто тупил много там. Реально много натупил. Что ж, весело поиграли в любом случае. Надеюсь, понравилось. Лайк ставьте, в описании ссылочку на плейлист, на группу ВКонтакте. Ну, как положено. Пока-пока.